Друзья, кольца Венеры на шее — это поперечные такие морщинки, которые есть, вы можете увидеть даже у своего ребеночка. Да? Это почему такое происходит? Представьте, что вы находитесь в биоскафандре. Ну, это так, действительно. То есть наша кожа — это биоскафандр, который в облипочку. И каждая патология осанки, например, негативный стресс, который проваливает зону декольте, и вперед идут плечики, и немножечко вперед идет голова, сразу делает более заметными эти кольца Венеры. Поэтому ребенка кольца Венеры не портят, а подросток спокойненько себе расхаживает с кольцами Венеры. И даже девушки, которые любят бархатки носить, любят ожерелье носить, всевозможные бусики, тоже замечательно смотрятся с вот этими почти незаметными и даже немножечко такими милыми морщинками. Но как только хуже ситуация с плетизмом, это плоская мышца, которая примерно от уголочка рта начинается, перебрасывается через овал лица, выстилает всю переднюю поверхность шеи и утопает в тканях зоны декольте, как только у женщины вот возрастная осанка начинает превалировать, сразу намного хуже с этими кольцами Венеры, начинаются еще вторые подбородки и брыли и все прелести так называемого возраста. Поэтому что мы с девочками обычно делаем? Где-то раз в полгода я собираю группу очень-очень мотивированных людей, которые хотят сработать со своей осанкой, сделать так, чтобы осанка завтра была бы лучше, чем осанка сегодня, а послезавтра еще лучше, чем вчера. Вот. И это очень хорошо работает, потому что методика у нас очень рабочая. Мы делаем большое количество вещей, и это примерно 60% успеха по овалу лица и, конечно, по внешнему виду шеи, потому что шея, зона декольте, тыльная поверхность рук — это, безусловно, фактически визитка любой женщины. Поэтому под этим видео есть ссылочка. Рассмотрите внимательно. Вы можете просто поработать в записи, получить занятие в записи и поработать с осанкой. А можете прийти на все 6 занятий в Zoom. Я вижу вас, вы видите меня. И мы обработаем не только осанку, мы обработаем каждый квадратный сантиметр своего лица и своего тела. Это будет 6 недель увлекательной работы, 6 недель. Каждую неделю мы будем с вами встречаться в воскресенье, 2 часа работать на улучшение экстерьера. Представляете, как здорово? Поэтому присоединяйтесь, я вас жду. Начинаем уже скоро, буквально через несколько дней.